Всем привет! С вами Михаил Шварц с острова Тенерифе на Канарских островах. Сегодня у нас интересный день. Мы едем смотреть вулкан Тейде. Сейчас мы с самого низу поднимались по серпантинчикам сюда наверх. Сейчас высота порядка 1200 метров над уровнем моря. Как вы видите, уже мы уже на такой же высоте, как и облака. По дороге здесь много смотровых площадок. Вот это одна из них. Красота неописуемая. Все начиналось с лысеньких скал. Мы продолжаем бродить по вулканам. Все, едем к вулкану Тейде. Тут остановились около горы Самара. Вот около нее есть небольшой трек. Сейчас мы его проходим. Совсем маленький. Забрались на гору смотреть на облака сверху. Следующая остановка уже будет, наверное, где-то рядом с вулканом Тейде. Давайте едем с нами в путешествие по центру острова Тенерифе. Сегодня записались на трекинг на кратер вулкана, но, к сожалению, из-за сильного ветра канатная дорога закрыта. Билет на канатную дорогу стоит 26 евро.